попадонка, не знаю, он короче, угнал вот эту машину, которую я отремонтировал. Меня. Я этого подонка не знаю, как слышно? А вы также через VPN, да, ребят? Шеф, ну как-то меня можно это самое снять с меня наручники? Я же мирный, так сказать, гражданин. Вам придется защитить. Да, пойдемте, я свидетелем, поехали. Да, свидетелем, шеф, поехали. Просто вот эта машина, видите, затор, смотрите, дорожный транспортный затор. Зеленый минивэн. Дорожный. А этот подонок, он все устроил. Он меня подговорил. Что? Говорит, давайте стрелять. А я не мог, понимаете, шеф. Ствол навел. Кулаком. Кулак свой навел. Говорит. Меня ранили, когда я тебя спасал. Ты начал, в смысле? А можете, пожалуйста, выйти, да, шеф, да. Его нужно немедленно нужно его представить. Он не садится в вертолет. Давайте это, можно я сам пойду, как бы? Вертолет, сядь, он сядет, вертолет не засовывает. Сядь. Ой. Куда ты улетела? Извиняюсь. Вертолет, пассажирку сиди. Не за руль выйди. Давай. Взлетаешь? Шеф, он угоняет вертик, шеф! Блин! Марк, можете, пожалуйста, выйти? Безусловно. Ой, Марк, я пытался. Бро, я тебе хочу сказать, я хочу... Пошёл нафиг! Мэйк Маус! Я тебе вертолёт посадил, не садите, тебе функциональный вертолёт, сядь! Мэйк Маус, подожди. Садись в вертолет, поехали в полицейский участок. Ну давайте проедем, черт. Поехали, да, черт, поехали, прости. В полицейский участок. Поехали. А? Ты никогда не шефа хочу. Не... Ты интересно, у шефа есть парашют? Кстати, Боря... Ой, точнее Марк это... У меня на этом вертолете стоит мина. И у меня есть кнопочка одна такая. Детонатор называется. Откуда у вас мина на вертолете личного шефа? Ну когда он его припарковал? Да ладно. Ну нажмите. Я без парашюта, но я не готов. Не, лучше ты выйди. Ну, это невозможно, понимаете? В таком это что, подвох, что ли? Я разбился? Вы высоту вообще меряете, на каких высотах, так сказать? Ну, 3 метра, 2 метра. Видите, это показывается на сколько метров. Шеф полиции, стоять на месте! Он у меня на прицеле! Берите оружие! Он у меня на прицеле, стоять берите на месте! Оружие. На месте я... стоял! Оружие стоять берите. На месте! Я тебе сказал, иначе он умрет! Стоять на месте! Так я берите это оружие. Самое... На месте стой, иначе он умрет! Стоять на месте! Оружие берите! Это стоять на месте. Вообще, ты сейчас садишься в вертолет и улетаешь, и я его отпускаю. Подожди. Ты что такое говоришь? Скотина такая. Да, я ранен. Ну немного. Я остался. Ну и все. А теперь он отправляется. Не, медиков не будет. Мне это бессмысленно вызывать, он их замочит. В смысле медиков не будет? Я медик, ёп. А, ну подъезжай сюда. На полицейский участок? Подъезжай, да. Меня нужно залечить, короче, мне тут устроили. Не, ну у меня тут нормально, в принципе. Я могу опустить руки, шеф? Я могу опустить руки? Да. Благодарствую. Смотрите, я готов свидетельствовать, значит, подонок, вы видели все сами. Меня взял в заложники, вы все видели. Мне даже не пришлось писать объяснительно, шеф, понимаете? Да, я сам все видел своими глазами. Да, мне пришлось применить, так сказать, свою каратэ. Так это же офицер, воздушный пилот. Как ты видишь, что происходит с офицером по воздушного пилотирования? Ты вообще чуешь? Подлетай сюда. Подлетай. Я еду. Пока данный этот подонок... офицер будет уволен. Шеф, ты можете его обыскать? Обыскать его, изъять у него все оружие? Сейчас приедет медик, поднимет его, потом мы будем его обыскивать. Я понял. А так нельзя, еще да? Кого-то поднимать? А так нельзя, да.
Смотри, смотри, это самое. Во-первых, на самом деле, почему, откуда вы говорите? По спецсвязи, что ли? А где я говорю? Ну, я говорю за мистера медика. Откуда? У нас спецсвязь включена? Так, я сейчас его вызову. За что у нас тут происходит? Слушайте, Марки Марк. Да, давайте да, я вам это. У нас город опасный. Ага. Значит, смотрите, условно я, скажем так, выдал вам разрешение на оружие. Так, так. Вот, берите. Так, отлично. Это лично ваша защита. Отлично, шеф. Так, сейчас. Отойдите, шеф. А где вы? Вы в каком... Вы где вообще? Мы... Выше КСПД. Тут офис подождите, есть. Подождите. Пока... А, тут в том-то и дело. Кабинет, пока повесь? Такая... Есть маленькое недоразумение. Я сейчас не могу я схожу за медиком. Подождите. А, шеф, вы можете поднять и отдать мне лично его в руки? Потому что вот пока сюда, есть... сюда, медик. Пока есть потерпевшие, это оружие почему-то сделалось как бы как будто. Я не могу его поднять, потому что это как улика, понимаете, шеф. Теперь это как улика становится. Надо, чтобы. Сейчас медик поднялся. Поможет тому. Да, да, пусть его подымут, я подниму. И как улика идет. У меня вообще вот ничего так. Нет. Make Mouse лежит. Мне надо за медики там сидеть, извините. Сейчас. Да вот он, наш, у вас, что там? А как поднимать человека вообще? Мне медкит нужен. Я так могу у него нету медкита, все, будем ждать. Я не знаю, шеф, я не знаю, у него там все есть. Она... Что за медик такой, может он тоже вместе с ним, может это поддельники? Шеф, что-то вообще непонятное происходит. Не надо мне тут говорить за медика. Я вообще только проснулся, мне звонят с работы и сказали ехать на вызов. Я что, виноват? Я понял, но вы как-то не по форме. Это странно все-таки. Просто я главврач, поэтому мне можно. Не, я в том смысле, что почему-то вот при вас не оказалось... Эй, Маус, хватит использовать. Я же говорю, я только проснулся. А, ну ладно. Пойдемте, Марки Марк. А, так это самое, вы как-то подняли его? Я понял. Я его несу, так скажем, на плече. Подберите там пистолет. А, все, все, я понял. Вот. Так, я поднял. Вот, шеф, я поднял пистолет. Пройдемте камерам. 9 патронов в стволе и 36 плюсом, мама дорогая. Это если что, да, так я так понимаю, для самообороны. Да, да, самооборона. Самообороны, так сказать. Ну вы видели, да, все, шеф? Этот подонок, он меня взял, пытался взять в заложники, так сказать. Да, он кричал, сопротивлялся, так сказать. Я даже не знаю теперь, что ему. Он опять сдох. Ой. Как он умирает сдыхать? Мне еще и телек грязный, надо съездить на моечку потом. А у меня осталось мало времени. Да мне насрать. Ты не умрешь просто так. Вот именно. Просто так ты безнаказанно не умрешь, понял? Ну вот так. У меня есть план, как бы, план действий. Возродиться если не можешь, потому что я медик, поэтому ты возродиться я уже не можешь никак. На Е нажать точнее. Да, этот подонок. Он стоит. Этот подонок посрамил честь мундира. Вообще не признал вас, шеф. Никак вообще не признал. Где, так, где? А что он устроил, шеф? Вы просто не представляете. В отделении полиции внизу. Я как будто знаю, вы тут полицейский участок. Камеры. Камеры. Знаешь, где камеры? Да, 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 да. Я же оттуда сбегал. Как тут не знать? Шеф, а что это за информация по спецсвязи? Что за камера? Да, откуда что, он сбегал? Анекдот, шеф, по-моему, вы... Слышите? Мы разобрались по его прошлому, шеф? Я так и не понял. Вы же... Он уже отсидел свое.
Да? Да. Надо почитать дело, ладно, как это он отсидел. Вы тут все повязаны, по-моему. Почему? Так, надо с вами поосторожней. Я сдаюсь, как бы, нет смысла сопротивляться. Ромео, можно отойти, пожалуйста? Ромео, да, конечно. Можете его пристроить куда-нибудь? Ну, например, вон в ту комнатку. Можете его Марк сюда? Марк, в принципе, вы можете поговорить с данным гражданином, если вы хотите. А можно меня развязать? Мне неприятно. Да, я сейчас. Вот мы здесь поговорим. Мы здесь поговорим. Я именно с Ромео хочу поговорить. Так, так. Я вот здесь. Я готов с вами поговорить. Я готов с вами разговаривать. Можете пойти в камеру, если вам нужно поговорить. Да, нет, давайте вы меня развяжете, я в камере буду, окей? Не, стой. Мы можем сюда, пожалуйста, пройти, Слав. Мы можем вот сюда вот. Бро, стой просто, отдыхай, расслабься. Все хорошо, я... Да, что вы хотели? Меня развяжут, и я буду нормально говорить. Уважаемый человек. У меня есть право на один телефонный звонок. Можно, пожалуйста, его отпустить на... Под мой присмотр, пожалуйста. Сейчас мы выясним всю ситуацию, и дальше все прояснится. Молчание золота. А, ну, хорошо, да. Марк, вы как держите? Как свидетель. Я как свидетель, ребят, я всегда как свидетель. Марк, это ваш знакомый, друг или кто? Смотрите, в общем, ситуация была следующая. Я ехал, значит, беззащитный человек, гражданин что? Этого города, солнечного Акуна Матата. Я ехал на своем, на это самое. Когда ты ехал, мы вместе ехали, вот. Ты мне предложил. Вы не слушаете его, пожалуйста. Ярослав, можете пройдемте со мной, пожалуйста. Ой, ну хорошо. Ты подонок, понимаешь? Кто? Усаживайтесь вот сюда, пожалуйста. Слушай, давай, ты чё меня сдаёшь? И желательно, пожалуйста, всё запоминайте, тоже будете как свидетель. Маус, да, ну хорошо. Маус, ты чё меня сдаёшь? Ты чё такое говоришь вообще? Я говорю правду, ты предатель. Так, продолжайте, пожалуйста. Он соучастник мой. В общем, гражданин некий, вот этот некий гражданин Маус, он утверждает. Какой некий, ты серьезно? Вот этот некий гражданин Маус, в общем, он утверждает, что мы друзья, и я его якобы, так сказать, вместе с ним по его подделью. Я утверждаю, что это полный абсурд, полный, вы сами понимаете. Да? Он меня взял в заложники. Это вот такой друг, понимаете, как он считает, как он говорит, что это друзья. Он меня взял в заложники. Шеф взял заложники, вот такие друзья, так сказать. Как может жить? Я как не собирался может? В тебя стрелять, я лучше пойму. Это демагогия, шеф, это демагогия. Я вот сигаретку взял, ну, в общем, по всей строгости, шеф, по всей строгости. Короче, я как проработавшим 3 года. Ярослав, можете, пожалуйста, пройти в ту же комнату? Ну, мы еще не закончили. Я, короче, отработал 3 года детективом, поэтому я с легкостью утверждаю, что Марк врет. Вот, один нормальный сейчас человек. Сейчас я аккуратно посажу вас сюда на стульчик. А не могли бы вы меня сначала развязать? Мне неудобно. И вы меня посадили, хорошо. Я стою. Хорошо. Смотрите, ну как я могу? Специалист по первой помощи, поэтому все. Это я пошел. С чего ты вдруг ты меня выручаешь? Я слушаю вашу версию. Короче, смотрите, мы ехали с Маркетом на минивене. Он мне предложил съездить в Бакарути, короче, на малолет. Я подъехал, сказал, заходи, и предложил. Новый, это, сказали, там обновить надо. Я Дискорд мучу, ребят. Окей. Мы тоже. Потом. Он начал бить, я вырубил одного, забрал ствол, когда его подстрелили, я ему оказал медицинскую помощь, потом меня подстрелили, он мне же помог. Потом мы поехали, его минивэн тоже поломали, как бы, я водитель, как понимаете, да? Хотел починить, сказал ему, чтобы он вызвал автомеханика. И, короче, у этих малолеток был, короче, мажор такой на вертушке. У него была похожая вертушка, как у вас. Типа, я подумал, что это он. И... как-то так. Ну, такое напридумывать, а это зачем? Я не знаю. А зачем в любом случае вы открывали огонь? А кому?
По вертолёту. Так они по нам тоже открывали огонь. Вы должны были спрятаться, уйти и вызвать полицию. Я пытался спрятаться, меня подстрелили, вы понимаете? Они меня уже подстрелили один раз, я не хотел погибать. Но в любом случае, если вы начали перестреливаться, это больше шанс, что вас пострелят. Ну, как бы, больше шансов то, что я выживу тоже, знаете? Нет, не больше. Больше как раз-таки. Лучше я его подстрелю, отвезу в участок, отдам вам, и тогда уже уйду. Шеф, заметьте, он с вами он спорит, пререкается. Вообще полное неуважение органам ЛСПД. Так я на ЛСПД работаю. Насчет первой помощи, этот человек не работает у нас в больнице. Да, но я как бы тоже, ага, как бы знаю основы. Можете, пожалуйста, показать свой диплом? Он основы карате только. Основы я знаю, у меня был друг медик, как бы он мне объяснил, что делать, если что-то в этом духе случилось. Медицинские. Он вообще не учился в университете? Я не учился, у меня был друг медик, он мне рассказал основы. Это основы карате там он изучал. Ладно, допустим. Ну мне кажется, он врет что-то. Марки пойдемте. Марка следует задержать. Пойдемте. Марки Марка? А за что Марки Марка? Пройдемте. Сейчас вы будет досмотр данного гражданина. Кстати, кстати. Дядя Марки Федор, Марк мне предложил как раз таки выкануть на технологию. В этом городе. Самый уважаемый. Ну, пока что мы не выяснили обстоятельства дела, поэтому давайте свое мнение придержите при себе, будьте добры. Вы... Больно вообще-то. Да, босс, да, я слушаю. Что? Тут я. Мне на доверие шеф дал, сразу говорю, мне на доверие шеф дал ствол. На доверие. Это уважаемому члену города говорю. Я вообще без ствола, он меня сначала обыскал. А этот человек меня взял в заложники. Это Make Mouse. Ну да, потому что ты меня предал. Сам каким предал, образом я тебя предал? Да. Ты меня взял в сейчас заложники. Сейчас я пробью по вашему... Нет. У вас не оплачено 5 штрафов. Каких 5 штрафов? Вот я говорил. Злостный нарушитель. Можно я его сфоткаю? Смотрите. Так, сфоткайте. У вас один штраф на 3000, еще один на 1000, еще на 1000, еще на 3, ну, еще на 3. Миллионов, если что. А, я смотрите, работал, вы должны будете... Будь здоров. Тут возможно, убийца, вы не понимаете полиции, свои права. Обычно гражданины все говорят, будь здоров. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете. У меня есть право на один телефонный звонок. Вас. Можете меня, пожалуйста, не перебивать? Спасибо. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, будет... будет... Использовано против вас. Против вас, судья, также вы имеете право на один телефонный звонок, вы имеете право на адвоката, если вам... У вас нет средств на своего личного адвоката, он будет вам представлен государством, который нихуя не делал. Ну тогда давайте один телефонный звонок. Хорошо. Так, кому позвонить, папе или маме? Это вам решать. Так, ну... А мне рассказывал шеф, он мне говорил, что у него нету папы и мамы, он врет постоянно. Кто тебе такое говорил? Он мне говорил. То есть говорил. Вы не отрицаете, что вы друзья, да? Ну, вот, видите. Не, ну мы знакомы, я не отрицаю, что мы знакомы, абсолютно. В смысле знакомы, мы друзья? Так, кому да, на друзей ствол наводят, да, я так понимаю, ну ты молодец. Ну, нет, я не собирался в тебя стрелять, кстати. Так ты мне расскажи тогда план. Какой план? Меня взять в заложники и что? Отстрелить голову шефу? Или что вообще? Нет, я собирался уехать и оставить всех в живых, без ранений. Не, подожди, так ты вообще работаешь в ЛСПД. Зачем тебе это делать вообще? Ты можешь рассказать свои действия? Ты работник ЛСПД. Смотрите, сейчас я отведу вас в камеру, полностью изолированную от всего. Да я сам пойду, давайте, где камера? Вы там поговорите обо всём. Он помогал у меня деньги, он сказал, что если я ему не дам 3 миллиона долларов, он меня будет шантажировать. Это кто сказал?
Это он так мне... Что? Что? Тут когда такие проблемы, мама дорогая. Марк, присаживайтесь на стульчик, вы можете с ним побеседовать. Спасибо. Ярослав, пройдемте сюда. А можно заявление написать? В наручниках даже. Потом, давайте. Бро, смотри, какая ситуация. Снимите мне наручники, я буду беседовать. Смотри, какая ситуация. Дело в том, что... Снимите наручники! Да подожди ты, подожди. Так, вы что-то хотели? Шеф, а почему вы не забрали у него пистолет и не обыскали его? Я тут вообще... Я его обыскал, ничего сейчас... криминального у него не было найдено. А ствол? А вот я не знаю, почему у него нету ничего. Пускай сбросит оружие добровольно, либо будет расстрелян на месте. В общем, бро, смотри, какая ситуация у нас с тобой получается. Нас, короче, могут с тобой, так сказать, принять. Тебя за преступника, а меня за хорошего человека. Ты мысли, я не буду так вот делать. Ты там с кого-то взятки брал, там бегал со стволом, махал. Я тогда этого не делал. Я взятки брал, вопрос. Ну и тебе там твой друг, товарищ. Ну смотри, я за тебя. Я ничего не делал. Послушай. Короче, смотри, я за тебя хорошее, конечно, слово скажу, что как человека я тебя, конечно, вот сколько знаю, ты хороший человек. Вот, ты прекрасный человек. Короче, но... смотри, я как понял, одно слово ты скажешь. Ну, конечно, я скажу за то, что это чувак, который, в принципе, достаточно... Ты же летчик ЛСПД. Как ты мог вообще, на самом деле, наставлять на людей ствол? Вот, объясни. Я хотел быть без проблем. Но то, что мы с тобой тогда так немножечко пошалили, это я согласен. Ну, было. Но я же ни на кого не... Никого же не это самое ствол не наставлял. Я ж только в драке участвовал, ну согласись. За драку сколько мне? Ну выговор сделают. Да я тоже. Ну ты тоже что, со стволом бегал, по шефу стрелял? Ну, а я стрелял. По шефу я не стрелял. Выйду в магазин за хлебушком. Ну, я не знаю, тогда кто стрелял. А на меня кто ствол настраивал? При шефе. Ты тоже. Так что, как бы, я не против. Мы же не без греха, ты понимаешь. Вот. А что, тебя отпустили, что ли? Как ты развязался? Стоять. Я не понял. Шеф, ребята, помогите, люди, все. Оружие убираем. Он меня оглушил. Я оглушен, помогите. Кто-нибудь. Так. Ложись. Все. Да. Меня оглушили прикладом. Я так понимаю, меня не слышно. Слышно. А, ну у меня ж админка. Ой, ну все, будем в состоянии эффекта находиться. Где у нас сотрудник? Сотрудники скорой медицинской помощи. Шеф, ну вы все увидели сами. Что тут еще говорить? Неадекватный человек в ЛСПД работает. Ярослав. Наш подозреваемый начал тут бойню. Спасибо, бро. Ну, шеф, ну, в принципе, да, ну, все понятно, что происходит вообще. Вот. Все понятно. И вот еще человечек тоже. Да, все понятно, что тут происходит вообще. Вот. С этими, так сказать, людьми. опасный район, опасный вот этот момент. Не оказаться тут нам это самое. Тут человек просто вот в полицейском участке наводит стволы.
Я не знаю, как вы его обыскали, но у него ствол. У него ствол, шеф. Я так думаю... Он функционально не показывается. Отправьте его туда, не оказывайте лечение, пусть оказывается в медицинском пункте, и у него заберут там ствол. Все. Сейчас ему окажут медицину. Не надо, оказывать. Все, пусть он оказывается, он оттуда выйдет чистый, как иголочка. Мне, короче, надо срочно уехать из города. Все. Не могли бы вы, пожалуйста, оказать? Майк Маус, на Е нажимай. Майк Маус, нажимай на Е. Не, пусть шеф нажмет вот на Е. Майк Маус, нажимай. Мне прям очень срочно, у меня билеты вот через 3 секунды. На Е нажимай. Майк Маус, нажми на Е. Он не то самое, он не хочет, да, нажимать на Е. А, все, он нажал на Е. Все, он это самое. Ну, в принципе, для дальнейшего разбирательства вы можете вернуться к нему, можем проехать в больницу. Вот. Но, в принципе, он свое, получается, наказание уже все сделал. Можете просто провести опрос. В принципе, он, ну, как бы это и есть наказание, на самом деле. Его деньги, все наличности, все вооружение, все почищено. Шеф, как слышно? Нормально слышно. Вы на вертолете, либо, может быть, на машине? Ну, как люди. На вертолете, я думаю, будет лучше. Так. Слушайте, мне тут надо очень срочно улететь из штата. Ну давайте, да. Давайте, всем тоже надо, мне тоже очень надо. Всем, в общем, бай. Всем бай, ребята. Everybody. Все. До следующего сеанса.